Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. В нашей мастер-группе учатся девчонки с самого начала, и у многих возникают проблемы с оттяжками, потому что для фирменных машин, для таких, для японских, Silver Brother, купить оттяжки очень дорого, и в комплект они не входят, и девчонки просто не знают, где их достать. Выход – грузики от «Пятерки». Нива 5 нашего российского производства, купить их можно у нас на сайте без проблем. Стоят они, в отличие от фирменных, совершенно недорого, но требуют небольшой доработки, потому что расстояние между иглами у Нивы и у Сильвера не одинаковое. И вот что происходит. Эта оттяжка, сейчас вам покажу поближе, просто не пролезает между колками. Она упирается, она просто ложится и ездит по колкам, потому что вот эти вот иголки находятся на разном расстоянии, и они не дадут возможности нашему грузику просто подцепить вязание, они просто не пролезают. Эту гребенку очень легко доработать. Для этого нам всего лишь нужна отвертка плоская. Мы в оттяжке, видите, у нее простые винты, а отвинчиваем все винты. Это очень легко делается, даже помощь мужчины не понадобится, мы все это можем сделать сами. Простейшая отвертка. Отвинтили все винты, какие вы видите. Вот. Потому что оттяжка состоит из двух панелей, между которыми, собственно, находятся иголки. Сейчас вам покажу. Отвинчиваете все гайки. Отвинтили и аккуратненько снимаете верхнюю пластину. Внизу вы видите такие вот пружинки, не пружинки, но крючки, состоящие вот такие вот двойные крючки. Наша задача вытащить не все крючки, а крюки эти через один. То есть крайний мы оставляем, второй вынимаем. Вставляем, вынимаем. Вынули пружинки через одну. Теперь расстояние между ними, как ни странно, вполне позволит пройти между колками. Аккуратно возвращаем все на место, скручиваем и получаем вот такую вот деталь. Я не буду уже скручивать, но видите, у меня все пружины идут через одну. И теперь смотрите, она прекрасно проходит между колками. Видите, сейчас вам покажу поближе. Вот, я могу зацепить мое вязание совершенно без проблем. Вот оно проходит между колками в любом месте, в абсолютно любом месте этого достаточно. То есть, убрав через одну штыри, я легко, совершенно свободно могу пользоваться оттяжкой от другой машинки. Можно немножко подтянуть плоскогубцами вот здесь, в основании каждую пару. Не сильно, сильно даже не нужно, потому что они и так легко проходят. И мы получаем полноценную, достаточно недорогую, совершенно бюджетную оттяжку, которая подходит к нашей машинке. Ничего больше делать не надо. Нам, в принципе, для вспомогательной нитки такого количества оттягивания, оттяжек, петель для оттяжки, достаточно. Приобрести оттяжки можно на сайте «Изба вязальня». Доделать ее это 5 минут, и вы получаете полноценный инструмент для своей любимой машины. Провязали несколько рядочков, и теперь испытываем нашу новую оттяжку. Вот она. Равномерно ее разбираем, чтобы она захватывала как можно более равное количество игл с двух сторон. И аккуратненько ее навешиваем на наше вязание. Так, надо высвободить нить. Все. Видите, очень просто. Наша новая гребенка прекрасно подошла. Сейчас я немножко оттяну и вяжем. Все держится. Она абсолютно равномерно оттягивает неплотно. Не привязала машинку. Вот что у нас получается. Гребенка работает идеально. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений.
И до встречи на сайте Изба Вязальня, где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.